К другим событиям. Китай и Франция провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. В маневрах задействовали флотилию кораблей ВМС «Нуак» и французский ракетный фрегат «Вандермьер». Он только что завершил четырехдневный дружественный визит в КНР. В рамках тренировок китайские моряки произвели дозаправку «Вандермьера» топливом и водой. Экипажи военных кораблей двух стран также практиковались в координации действий и выполнении задач объединенного командования. Учения призваны укрепить сотрудничество и взаимодоверие между китайскими и французскими ВМС.